Если говорить о 2021 году, я так понимаю, что сейчас идет работа над проектом бюджета на следующий год. Понятно ли, какие направления могут недополучить деньги в связи с тем, что нужно финансировать борьбу с коронавирусом и те экономические потери, которые сопряжены, да, с этой пандемией? Вот, например, понятно ли, что будет с объемом дотаций? Потому что это тот вопрос, имеется в виду дотации на регион, это тот вопрос, который Крым очень волнует. Да, совершенно верно. Такая рестрикция коснется практически всех незащищенных статей. Под защищенными статьями обычно имеются в виду долговые выплаты, законодательно утвержденные, социальные пособия и так далее. А вот все, что платить, ну, скажем так, не обязательно, вот по этим статьям прошелся нож, и действительно они все там в среднем процентов на 10 будут сокращены, даже национальные проекты, о чем говорить, они в ближайшие годы, в 2021-2022 году, будут сокращены примерно на 10% от намеченных ассигнований. То есть мало кто увернется вот от этой процедуры сокращения расходов. И даже по сравнению с текущим годом, мы в следующем году ожидаем снижения, серьезного снижения ассигнований в совокупности, а также серьезного снижения ассигнований и в рамках статьи помощи нижестоящим бюджетам, то есть субъектам федерации.